Вернувшегося из зоны СВО актера Михаила Мамаева не пустили на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-1» из-за бейсболки с российским флагом. Звезду фильма «Виват» Гардемарины попросили покинуть съемочную площадку. Мамаев рассказал, что в прошлую ночь он приехал с фронта и хотел поздравить зрителей с будущим сочельником. Актера попросили снять бейсболку с флагом России, но он категорически отказался. По словам Мамаева, в споре он послал молодого человека призывного возраста на 3 буквы. Актер признался, что с радостью приходит в эфиры ТВ, но его обескуражила странная позиция сотрудников программы. Однако информацию о том, что актера не пустили в студию, опроверг телеведущий Андрей Малахов. Он опубликовал в сети фото из студии программы «Привет, Андрей», на которых Мамаев присутствует в шоу, и можно заметить у него кепку с шевроном флага России. Однако Малахов о конфликте на съемочной площадке не упомянул.